Друзья, доброе утро. Мы сегодня с вами находимся в регионе Сиде. Отель у нас Джакаранда. Сейчас мы с вами его проинспектируем. Хотите быть в курсе последних новостей в сфере туризма? Подписывайтесь на мой канал. Ресепшн очень большой, заходишь и сразу такой эффект, вау, ого, какой он длинный, вытянутый, красивый. Расскажите, пожалуйста, как вам отдыхается в отеле? Замечательно. Спасибо за все. Компания. Как вам питание? Замечательное. А номера? Тоже очень хорошие. Все нравится, да? Все нравится. Четвертый. А, третий. Как здесь анимация? Вот только сегодня детей отвели на первый раз в детский клуб, ага. И еще пока не можем ничего сказать. Хорошо, спасибо большое за ваш отзыв. Mm-hmm. Хорошего вам отдыха. Спасибо. Номер 4424, стандарт. Смотрим, что у нас здесь есть. Душ, окно в спальню, одна раковина, фен, зеркало два. Вот у нас тут так закрыт унитаз. Выходите ко мне в следующий номер, хорошо? Покрытие пока. Здесь ламинат, две большие кровати, еще раскладная тахта, есть чайный уголок, плазменный телевизор, балкон небольшой, два стула, столик, хороший отель, все здесь красиво, хорошо убрано. Это еще раз стандарт, решил снять, что когда тут никого нету, вот такой он, аккуратный, чистый, красивый. Кондиционер центральный. 4428, тип номера Family, состоит из двух комнат, покрытие здесь ламинат. В одной комнате есть телевизор, кондиционер центральный. Вторая комната отделяется дверью. Потом передастся. Еще раз снимаю Family. Это первая комната. Так же, как и в стандарте, такая же душевая. Окно в спальню. Раковина, фен. Второе зеркало есть. Здесь у нас одна большая кровать, чайный уголок, есть халаты, сразу же полотенца пляжные, здесь большой угловой диван, телевизор. Балкон такого же размера, как и в соседнем номере, и вид на территорию, и боковой вид на море. Здесь максимум 2 плюс 3, возможно иногда 2 плюс 4. Оба номера можно спускаться в лобби. И собираемся в лобби. На территории здесь в лобби. В коридоре везде ковролин. Мы спустились на минус первый этаж. Здесь стоит Volkswagen Жук, судя по всему. Фишка отеля. Volkswagen 73 года, оригинал. Sure.
отеля. Зелень есть, она невысокая, тень не создает. Тут пальмы. Это 16.03 Сибунгало, я первый. Здесь у нас покрытие ламинат или паркет. Первая комната. Две кровати. Пляжные полотенца сразу здесь. Кондиционер центральный. Душ. Такой же. Вот видите, теперь это окно открыто. Оно прямо в спальню. Не знаю, какую он функциональную нагрузку несет. Душ. Все, в принципе, как и в соседних предыдущих номерах. Есть халаты. Такой же угловой диван, как и в Family. Плазменный телевизор, немножко меньше размером. Чайный уголок. Судя по всему, здесь максимум 1, 2, 3, 4, 5, 6 человек может быть. Ага, ну вот фишка какая. У них громадный балкон со своими шезлонгами, креслом, даже диваном. И с выходом в свой собственный бассейн. То есть сразу опа, и вы уже купаетесь. Сейчас мы еще потрогаем, какая здесь вода. Скорее всего, без подогрева. Сейчас мы с вами сходим на пляж. Посмотрим, у нас есть буквально 5 минут, чтобы до него добраться. Заодно поснимаем территорию. У меня появился компаньон, фотограф Леня. Леня, помаши зрителям. Привет! У нас бар, который находится возле бассейна. Здесь мы видим амфитеатр. Здесь прямо, смотрите, растут плодовые деревья. Они еще, правда, зеленые, что-то местные, наверное, или прикосы. Есть свои теннисные корты. 5-й, 4-й. Судя по всему, их здесь около 5. Покрытие здесь у нас резиновое. Это дорога, которая ведет на пляж. Вокруг нее растут пальмы. Здесь еще одни водные горки мы видим. Бар. Есть такая, вот смотрите, карусель, футбольное поле. У них 4 баскетбольных, даже 5 волейбольных полей. 4 волейбольных? Да смотри, считай их 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4. Ничего, 8 у них здесь. 4 теннисных кортов. 4, 5 теннисных кортов, потому что 5-е поле было. Возле пляжа есть гамаки. Территория длинная, вытянутая. До пляжа минут 5 пешком идти. Тут ездит еще кар. Но сейчас вот пока его нету. Сиде славятся своими пляжами. Как правило, они песчаные. Вход песчаный. Видите, какая красота. Громадный пляж. Спускаемся по лесенке. На пляже есть детская площадка. Она закрыта вот таким вот покрытием каким-то тряпичным. И солнце на детей не попадает. Также здесь есть бар, где можно покушать, попить. Сегодня ветрено. В Турции в мае, как правило, 5-6 дней бывает в месяц дождливых, а потом стоит солнце. Поэтому, когда вы едете в это время, вы должны понимать, что может быть так, что все 6-7 дней будет пасмурная погода или будут идти дожди. Начиная уже с июня месяца, там все меньше и меньше пасмурных дней. Там где-то в среднем 1-3 в месяц. И начиная с сентября опять начинает увеличиваться количество дождей и пасмурных дней. На пляже много шезлонгов.
Все они закрыты крышей, чтобы была тень. Видите, какой песок? Он мелкозернистый. Давайте еще ближе посмотрим на него. Друзья, я встретил здесь людей, которые смотрят мой канал. Вот они могут нам сказать пару слов по этому отелю. Расскажите, пожалуйста, как вам здесь? Возьмите микрофон, только держите, чтобы он... Хорошо. Как вам здесь отдыхается? Отдыхается хорошо, как и везде. Все здесь, и пляж хороший, и отель хороший, новый довольно-таки. Но дневная анимация, конечно, прям скучновато. Скучная дневная вообще анимация. Практически нет. 15 аниматоров, но скучновато. Алло. Территория как вам? Территория очень красивая. Номера. Алло. Шикарно. Питание. Питание хорошее. Единственный минус – это анимация дневная. Вечером есть, да, и шоу, ага. И пенная вечеринка бывает, даже днем была. И турецкая ночь вчера хорошая была. Но вот дневная, что-то как-то они вообще забыли. Ага. И про бочу, и про лук, и про все. Спасибо большое за ваш отзыв, хорошего вам отдыха. Спасибо. Чтобы спуститься или подняться на пляж, надо спускаться по лестнице. Спуск довольно-таки приличный. Говорите по-русски. Как вам, тяжело добираться до пляжа? Нет. Нормально, да? Здесь то есть... проблема другая. Какая? Ребеночка покормить нечем. А, то есть... Каш нет, ничего. Нечем покормить ребенка, да? То есть слабое детское питание. Да. Все, я все понял. Спасибо вам за ваш отзыв. Хорошего вам отдыха. До свидания. Мы споймали себе машинку, и вот нас подвозит водитель такой вот. Спасибо ему, потому что нам тут долго идти по территории. Заодно мы с вами поснимаем и территорию уже на машинке. Сейчас опустим ниже. Опа. Пау-пау. Excuse me. Видите, здесь проходит зарядка или тренируются ребята, анимация. У них большой аквапарк, здесь 4 горки. Он небольшой, а высокий. Видите, какой? Уже работает. Excuse me. Ну, тут люди, у нас есть за то время с вами посмотреть. Мы Леню обгоним? Валентина. Рыбацкая лодка стоит. Прикольно. Все. Финиш? Окей. Thank you. Ты security dream? Все, нас подвезли, докуда смогли. Дальше сказали ногами. Это он не наши стоят. Судя по всему, наши. Всей территории. Мы с вами, в принципе, все оббежали, только не успели аквапарк посетить. Вот он, аквапарк.
Вот мы были на пляже с вами. Вот они, футбольное поле, которое мы видели, 34, теннисные корты, баскетбольные площадки, волейбольные, извините, пожалуйста, и бассейн, вот один центральный, и возле каждого из бунгал свои бассейны. Хороший отель, мне нравится, я рекомендовал бы его посетить. Это кофе-хаус, здесь можно попить кофе, такие декорации стоят у них. Оригинального лодки скоростной. Подведу итоги по отелю Magic Life Jacaranda. Находится он в Сиде. Wi-Fi на всей территории отеля бесплатно. 780 номеров. Есть у них бунгало. Одно здание трехэтажное. На первом этаже находятся фэмили номера. На втором и третьем находятся стандартные номера. На первом этаже можно выходить сразу в бассейн. На втором обычный стандарт. На третьем там уже окна мансарды, сказали. Не смотрел, не знаю, что это такое. В отеле есть аквапарк, 6 водных горок. Максимальное размещение в фэмили 2 плюс 3, может максимум до 6 человек быть. Они очень большие номера, стандарт 4 плюс 1. У них есть 6 а-ля-карт ресторанов, один раз можно посещать каждый из них бесплатно, кроме японского. Японский за дополнительную плату. Мини-клуб с 3 лет, широкий песчаный пляж у них, есть детская коляска, она стоит 7 евро в день. Отель хороший, его можно ехать, вы будете довольны.